Я шарю в этом дерьме. Всем привет, чуваки, с вами я, Панда FX, и как вы можете заметить по моей компании, я сегодня нахожусь в Питере. Со мной мой любимый Тёма Форзализор и Гена Миллер. В прошлом году, или в позапрошлом, я снял ролик, который называется «Особые удары FIFA 17». Это вот такие особые удары. И какого-то хуя это дерьмо набрало 1 миллион просмотров. Ход гения, я решил повторить этот момент и надеюсь, что этот ролик тоже соберет 1 миллион просмотров. Да, ребята? Я тебе превьюшку и название придумал. Короче, сегодня у нас 4 типа ударов. Первый тип удара — это ты даешь сюда, он дает сюда, я хуярю и забиваю гол. Симак, бля, сидит и раздевался, бля. Дзюба, ты хуярь туда, это сюда, бля. Второй тип удара — мячик подлетает, я хуярю и забиваю. Герману далеко до тебя. Может, это свою схему нарисовать? Мячик подлетает. Бля, может, ну его нахуй, бля. Третий тип удара — стоит защитник. Дай угадаю, он тоже хуярить будет куда-то. Перед этим он должен будет делать финтюшку и только после этого хуярить. Ну и четвертый. Хуярь, челлендж. Прям ебаный животный. Отдай, блин, слышь? Бля, я так не умею. Блять. Что вы, сука, делаете? Блять. У типа монокль выпал, блять. Ребята, мы ничего не курили. Правда. Короче, ребята, я предлагаю вам стартануть и наконец-таки захуярить этот ебаный видос. Поехали. Посмотрите на Сему. Он бежит делать ставки. А куда он бежит делать ставки? На сайт 1xbet. Лучшие коэффициенты и большие выигрыши. Вон в том здании 1xbet. Ссылка в описании. Yeah. Не, ну опыт, опыт, опыт. Мне очень нравится, как Андрей скидывает мне мяч. Он его так легонько двигает, что мне приходится самому... Не надо! Блядь, какой ты тяжелый! Блядь, оса! Ну нахуй. Офигеть, он не попадет, не знаю. Ну типа, ну так же неинтересно. Хочется создать максимально приближенную обстановочку к матчу, чтобы были скорости, а не вот так. Сейчас это... Я тут почешу, блядь, нахуй, прицелюсь, блядь. Ты знаешь, он пробил 3 раза, какая у него одышка, блядь. Хочется сделать скорость, как в реальном. Нормально? Короче, пока что у тебя мы 2 очка, у нас с Генчиком по одному, и давайте перейдем. Ты, блядь, можешь заткнуться? Пандос зажимает кнопочку L2. Блядь! Какой скорость! Есть одна очень большая проблема в этом всем деле. Смотрите на мои моднявые тапки. Я приехал без бус, поэтому приходится бить, как получается. Ща, блядь! Блин, слушай, кстати. Бау! О, гол! Бля, как же много приходится бегать. Продолжение. Видал! Видал! Не, ну ты видал! Ой, я сыну подожди. Короче, по итогу получается, никто из нас не умеет бить подай верхом. Бонусы, пошел нахуй со своими бонусами. Давай, Андрей, 2, 3. О! Жестко! Чуваки, Амкал, подписывайся. Я ничего поделать с тобой не могу, он постоянно меня обходит. Блин. Итак, бонусный финт специально для подписчиков. Давай, жестко. Давай. К сожалению, с дриблингом у меня проблемы, я немного устал, поэтому буду на скорости проходить. Нападай на меня. Нападай, нападай. Пандос, не так интенсивно. Бля, сейчас жестко будет. Как он это сделал? И принимал этот мяч. Только 1% людей умеют так останавливать мяч. Блядь. Ну что, ребята, как казалось, это не так просто быть финтоплетом. Сменили мы позицию, стараясь забить с центра. Ты готов?
А ну-ка, давай-ка, уебывай отсюда. Было сильно. Нет, это было сильно, да. Попробуй повторить. Попробуй. Давай. 100%. Невозможно. Хуя он жесткий тип. Да. Готов? Не, ну это хуйня какая-то. Голкипер даже не двинулся, бля. Бля, дайте бонус. Бля, пиздуй. Бонусный. Все видели? Я не знаю, но после Андрюхи надо это тоже, ну, нельзя падать лицо, грязи в лицо, лицом грязи. Лицом грязи. Готов? Ну, ладно, ладно, пару туториалов по пандосу посмотрю, научит бить с этого угла. На поле выходит Рикардо Куарежу. В общем, мы все сделали удары. Естественно, мы считали за количеством удачных голов, не считали, поэтому, скорее всего, победил я. Вот и конец, ребята. Заканчивается видеоролик, который всем наверняка понравился. Если вы хотите вторую часть с особыми ударами, ну, в 2016 году вторая, мы придумаем еще 6 типов охуительных ударов и повторим. Все, что с вам... разными мячами. Все, что вам нужно, набрать 50 тысяч миллионов лайков. И мы обязательно повторим это мероприятие. Да, ребята? Вот и сказочки конец. А кто слушал? Иди нахуй. Выключи камеру там. Нажми на стоп-запись. Бля, как ты делаешь?